Друзья, ну у нас с вами необыкновенный выпуск, у нас праздничный выпуск с таким сюрпризом для вас всех. Сегодня великий день, сегодня верующие отмечают крещение Господне. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Ну а мы поздравляем вас не только с этим днем, с крещением Господним, но и со всеми рождественскими праздниками. И поздравить вас всех к нам пришел хор Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Вот такой вот сюрприз для вас всех. Дорогие братья и сестры, мы сердечно присоединяемся к поздравлениям. Церковной традиции этот день называется Днем Богоявления, Днем Просвещения. Это именно то, к чему каждый из нас стремится. К просвещению, к самопознанию и богопознанию. Наша традиция говорит о том, что просвещение, оно во Христе. Оно в жизни благочестивой, в мире радости и любви. И мы приносим рожденному и крещенному Господу нашему Иисусу Христу благодарность и любовь наших сердец, песнопение наших душ. Бог сорожает, кто что может знать. Иисус мой, имя Мария Мати. Тут там веры чудеса, рожденного боятся, а люста и трясется, сосудно осетя. Острие лежит, ощутимо, я Божа бачит, тут же даже, тут же даже, тут же, тут же, тут. Мария Мати прекрасно спевает, а по-рангельски допомагает. Тут ангели чудятся, рожденного боятся, а Иисуса и трясется, Отца сумно пасется. Острие лежит, ощути его, не Боже бачит, тут же, тут же, тут же, тут же, тут же. И мы днес, братя, к йому прибігаємо, Богу рожденному славу и честь витаемо. Тут ангелы чудятся, рожденного боятся, а люста и трясется, Отца сумно пасется. Пасвие лежит, ощути его, не Бога бачит, тут же, тут же, тут же, тут же, тут же, Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо вам за то, что вы были с нами. Друзья, все у нас теперь будет, ну, действительно очень хорошо. Огромное вам спасибо, с праздником. Ну, а я всем вам, друзьям, советую все-таки верующим, и не только верующим, окунуться, сходиться, искупаться в реках, озерах и море. Эти купания начались еще с первых часов суток, и тысячи верующих во многих странах присоединились к этой прекрасной традиции, несмотря на то, что на улице настоящая зима и морозы. Ну, и я напомню, что возле водоемов дежурят все время спасатели, скорая помощь и пункты обогрева, так что будьте очень внимательны, кто купается. Еще раз со всеми праздниками. Спасибо вам огромное.